«Эльфа и носовой платочек». Постановку по сказке Астрид Линдгрен в Центральной городской библиотеке представили актеры из Заполярного. Театр теней оценила Юлия Ипатова. Тонкий, как пух, белый носовой платочек, отделанный шитьем и кружевами. Главных героев сказки «Эльфа и носовой платочек» сыграли библиотекари из Заполярного. Персонажи декорации – это тени. Для того, чтобы их создать, нужен специальный экран, плоские куклы-марионетки и декорации. Театр теней – это прекрасная возможность в доступной и зрелищной форме знакомить самых маленьких читателей с лучшими литературными произведениями, героями рассказов и сказок. Эльфийка плакала, что она не нашла своего платьица, а Елена подарила ей платочек, и она сделала платье. И эльфийка пошла на бал, и всем понравилось, эльфам, особенно принцу. Инициировали необычное представление команда проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей». Это стало возможно благодаря участию мончегорских библиотекарей в конкурсе социальных проектов по благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Стоит отметить, что теневой театр из Заполярного также получил поддержку по тому же принципу. Сегодня наши коллеги и друзья привезли нам в подарок прекраснейший спектакль. Будет неформальное общение у детей. Им, наверное, будет интересно побывать за ширмой, посмотреть, как живут, оживают герои. Также гостям библиотеки рассказали историю проекта «Теневой театр», о постановках, об актерах, которыми являются юные читатели. Мы хотим после просмотра нашего теневого представления у людей, у детей вызывал живой интерес книга, чтобы они брали эту книгу и захотели ее в дальнейшем прочитать или узнать, а что же там дальше, а что пишет этот автор. Вот только так. Ребята научились делать собственные постановки на мастер-классе. Теперь они знают алгоритм действий. Нелли Нечиталенко мечтает поставить красную шапочку. Я сначала сделала персонажей, потом сделала сцену маленькую, а потом уже сделала спектакль. Это прекрасный опыт для библиотекарей нашего города, для родителей и для юных книголюбов. Теневой театр из Заполярного получил хорошие отзывы. Мончегорцы будут рады видеть их снова, если актеры приедут к нам на гастроли. Юлия Ипатова, Евгений Яшин, телевидение Мончегорска.